Так, ну що, шановні, знову вам доброго та бадьорого ранку. Ви знаєте, ми в прямому ефірі, тому ви бачите і бекстейдж наш, і бачите щось, якщо щось йде не так. Це круто, бо ми в прямому ефірі, шановні. Інеса Тушканова, автогонщик у нас у гостях, Інеса. Ну, знову доброго ранку. Доброго утра. Так, ну ми вже поговорили про те, що тендітна та красива дівчина стала автогонщиком. Да. Мені от цікаво. Людина у будь-який момент може викинути зі свого життя зайве. Це ваша цитата. Що останнє викинули зайве? А останнє був мій, як би, давній, наверное, друг. Друга. Да, друзей я почему-то приходилось выкидывать очень часто в последнее время, потому что ведут они себя, мягко сказать, неадекватно. Заздрять? А, не думаю. Просто так сложилась жизнь. Ну, на даному етапі ви щасливі. Все круто. А, ну, ні. Ну, гонок, гонок мало. Гонок мало. Ну, у нас же ж пандемія. Куди ж вже? Да, виїхати не можна, гонок ні. На Дакар ми не поїхали. Куди тут радуватися, щастя? Любові ні. А взагалі, якщо немає... Ну, любові ми хоча б з Максом трошечки то організуємо. Ну, ми спробуємо зробити так, щоб ваш настрій і в цілому ваш... Стан був класним. Настроєння сьогодні в порядку. Любов котам, опять же. Коти, ну а сьогодні міжнародний день кота. Ну. Да. До речі, коли в Києві випав сніг, давали газу на дорозі? Ну, даю періодично, да, коли город перетворюється в тренувальну площадку. Просто люди пугаються, коли ти в заносі. Самое такое распространенное упражнение – это змейка, когда ты слева направо в заносе перетекаешь из одного заноса в другой. И вот я еду по Большой Васильковской вверх, как бы объезжая в заносах машины. Да. Ну, люди, наверное, в шоке, конечно. Но, але это ли небезпечно? Нет, конечно, это безопасно. Я прекрасно как бы знаю, где вот эта точка опасности, так сказать, и за какую черту нельзя заступать, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения. Ну, безусловно, люди пугаются, конечно. Але ж люди не знают, что там едет відома професійна гонщиця, ну, розумієш? Ось це найцікавіше. Чи бачить гарна дівчина так за кермом? У нас який одразу стереотип виникає? Що не вміє ні водити, нічого. Оце я якраз хотів про це і доповнити. Я не з гранатою, так. Ні, до речі, просто багато чоловіків як думають? От я мужик, от я фа-фа, я собі їду, так? А коли жінка об за носиком, то зразу на тормоза. А що це робиться взагалі? Ну, там не видно, слава Богу, що там жінки за рулем. Так швидко все відбувається. Не встигають розгледіти навіть, хто пронісся. От класно, що ми розвіємо цей стереотип, що жінка за кермом – це... Конечно, есть плохие водители, как и мужчины, так и женщины, и есть хорошие водители, как мужчины, так и женщины. Это, ну, как бы какое-то там врожденное качество, желание, развитый навык, профессионализм, можно так сказать. Но я, конечно, против за то, чтобы мы хулиганили, будем это так называть, и нарушали законы в рамках города, да, но у нас, к сожалению, нет мест, отведенных специально для того, чтобы немає можно было потренироваться. Так? Ну, с парковок все прогоняют, мало того, что на парковках, в принципе, тоже небезопасно, они, в принципе, маленькие, и там стоят другие автомобили припаркованные, и столбы, и стыки. Поэтому парковка – это не тренировочная площадка, а тренировочная площадка – это совсем другое место. И это тоже никак не спорткомплекс «Чайка», к сожалению. А где ж тоді тренуватися спортсменам? К сожалению, в Украине вообще это не развито и не привито. Вот проводили тренировочный сбор в Львовской области, но туда ехать, вы видите, какая погода, какие дороги. То есть команда приняла решение, что это нецелесообразно ехать на два дня тренироваться в Львовской области на специально... перекритую дорогу, почищеную, підготовлену для того, щоб можна було виїхати на гоночній машині. Ну так, зараз... Поэтому ми як компенсируємо, в общем, свою недотренированість талантом. Але ж, так. Чисто на характері. Ну, але ж так, людям, які займаються екстремальними видами спорту, це їм постійно потрібен вихід, правильно, цей адреналін. От ти адреналінозалежна чи ні? Чи це вже буденність якась? Ну, я би не сказала, що я зависима від адреналіна. Я його не испытываю, але він, безусловно, виробатується. Тобто у мене немає такого мандража там, перед стартом, або коли я мчу, у мене там щось будоражить. Але вихід має бути, тому що я людина емоціональна, і, видимо, я
ну, весь свой энергетический выход отдаю в спорт. То есть это бокс, это лыжи беговые, это бег, это фитнес, это йога, аштанга. Ну, как бы такие очень физически тяжелые виды спорта. Слухай, як вистачає енергії на усе це? Ну, ти постепенно планочку підіймаєш. Це, ну, от, наприклад, твій звичайний день. А мой обычный день, вот, торгую лицом. А після цього ти підеш на тренування з боксу чи куди? Потім я йду на бігові лижі на 11, у мене час-півтора на ВДНХ на трасу зробили, потім в 2 часа у мене бокс, а вечером йога. Ну, от, нічого, в принципі, так я і займаюся. Це такий графік насичний, простий. Ну, в принципі, кожен день, коли я конним спортом займаюся, зараз погода плоха, я не їжу, я час на лошаді їжу, час бігаю, час йоги, или там полтора часа йоги, которая силовая, час побегать. А у меня собаки, еще кот не бегает. Як це кіт не бігає? Я предлагала, но он не хочет на улице. Он жирный у меня такой. Ніхто не може змусити його. Да, мама против. Слухай, славетний гонщик Кімі Райконен казав, що ти дуже талановита гонщиця. Вдалося з ним познайомитись? Чи, можливо, ви вже товаришуєте? Да, конечно, очень много пилотов из Финляндии. Это моя одна из любимых стран, где я выступала. Финны очень интересные ребята. У меня очень много друзей, как бы не только Кими. И сейчас там и Калера Вампера, и его отец, и забыла сейчас. Короче, ты фанат. Ну, мы как бы просто пересекались очень много на соревнованиях, а Финляндия маленькая, и автоспортивный мир маленький. Яри Мати Латвала, вот вспомнила. Мы все общаемся, и у меня прозвище в Финляндии «прыгающая женщина», «jumping woman», потому что я всегда все трамплины прыгаю выше и дальше всех. Наверное, це... тоже Тушканова. А це так прийнято, чи це просто твій стиль? Это мой стиль. Есть у каждого пилота своя особенность. Я не знаю, почему, видимо, я занималась конкуром, прыгала на лошадях, и вот теперь прыгаю на машинах, обожаю это. Но мотокросс мне не прижился. Да, ми знаємо, що ти спочатку займалася мотокросом, а потім все-таки пішла в машини. Ні, з шосейно кольцевими по кольцу на асфальті. А ти зараз продовжуєш займатися чи тільки на автомобілях? Ні, я закінчила давно, но продовжую їздити на мотоциклі сугубо для душі по городу і прям не на топ-скорості. Слухай, от коли ти розповідаєш про ці стрибки просто на автомобілі, я розумію, що це дуже небезпечно і не може обійтися без якихось ситуацій. Так, аварії траплялися якісь такі? Да, конечно. Когда ты едешь быстро и когда ты едешь очень быстро на уровне там топ-10 в Европе, каждая ошибка – это большая авария. И чаще всего это списанный автомобиль. В 2014 году в Чехии на тренировке я врезалась своей стороной в стопку бревен на скорости около 180 км в час. Ого. И нас выключило вместе со штурманом. У него лежал телефон в кармане, у него телефоном разрезало комбинезон, представляете, то есть сила удара. Я очнулась в клинике внизу, нас спускали с гор, там это еще пока доехать надо, это же не, там, не центр Чехословакии, это какая-то окраина, то есть деревня. И это какое-то там время, часа два, я была без сознания. Потом, когда я пришла в себя, я потеряла память, то есть я не могу понять. У меня штурман поляк, он говорит на польском языке, врачи чехи, они говорят на чешском. Я вообще просто, мало того, что я не понимаю, кто я, что я, зачем я. Это страшно. Это страшно, да. И потом еще год я восстанавливалась, и у меня были провалы в памяти, и можно было даже сойти с ума, потому что иногда казалось, что просто надо мной стебутся. Нічого собі. Це якраз я і хотів запитати. Дивись, ну аварія це сама по собі, ну сам по собі інцидент дуже серйозний. Як спортсмени переживають це? Чи є депресія? Чи потрібно починати щось заново в плані морального настрою? Ну, аварії мене не останавливали і не робили медленніше, но був такий період, коли почала череда аварий, да, вот одна гонка авария, вторая гонка авария. Я, знаете, как это, зашла за такой рубеж, где я потеряла полностью страх. То есть вот, ну, как бы я вот просто лупила через лес полным газом, не боясь вообще ничего. И у меня одна авария, списанная машина, вторая авария. И я уже боялась просто, ну, как бы, я же все-таки должна оправдывать надежды, типа, места какие-то, а я калачу машины одну за одной. И для меня это было очень тяжело. То есть я как бы, ну, я считаю, что у каждого спортсмена есть свой звездный час.
час. Я побоялась, що вот этот звездный час у мене вже пройшов, і я как бы почала щось робити занадто так, щоб надолужити це. Ну, іменно так. І потім я зламала руку, вибула вообще как бы из чемпионата, і это была и депрессия, это был и, ну, это была жесть вообще. Если честно, я думала, что я не вернусь и не смогу вот этот ещё и до аварии переломить. Взагалі такі ризики, вони варті? Варті того, ці пориви, аж на швидкість, так пришвидшу. Взагалі, якщо у житті брати, так ми часто пришвидшуємося для досягнення якоїсь мети і не бачимо, що поза нами, так і в житті ні. В житті ні. А в гонках да. Это же совсем другое. Ну, життя и трасса – это совсем риск. Конечно. Это спорт, это результат, это оправданный риск. А есть риск неоправданный. Как говорят, кто познал жизнь, тот не торопится. И когда мне было 19 лет, я всегда мчала, выпучив глаза. У меня были оторванные зеркала, разбитые стекла, поцарапанные бампера, там еще что-то, еще смс-ки писать. А сейчас я никуда не тороплюсь. Даже если я опаздываю, я... Ну, как бы не беру неоправданный риск, хотя я могу ехать быстро, конечно же, относительно других участников дороги. Та я думаю, що не просто можеш, а нормально ти так можеш. Да. Всім ну, на когда, дорозі показати. Ну, когда пробки, там как бы особо ничего не сделаешь. Ну, и в принципе, я стараюсь не привлекать к себе внимания, потому что его и так много. Я всегда чувствую себя немножко. До речі, про увагу. Про увагу. Ну, слухай, дівчина, спортсменка, красива, а коли ти в цій формі, так, в цих костюмах, ну, ми бачили фото, дійсно, це приголомшує. Дуже багато шанувальників, я впевнена, у тебе. Ну да. І що ти з цим робиш? Що мені подобається, так це просто. Ні, так, направо і наліво, чоловіки. Іди туди. Ні, можеш собі дозволити. Восхищаться женщиной, восхищаться спортсменом – это разные вещи, конечно, когда ты там какие-то... Ну, вони бачать в тобі жінку чи спортсмена найчастіше? Ну, хто що. Тобто ситуативно, наскільки я розумію. Слухай, ну у мене тоді, давай вже так, серйозно, у мене чисто чоловіче питання. Ну, давай. 2012 рік. Playmate of the Year. Як змінив життя журнал? У меня много обложек, да, Playmate. 2008 год это был старт, первая обложка в Украине. А последняя в 2013 году, а потом у нас были разногласия с моей второй половинкой по поводу плейбоев, и мне пришлось как бы закончить эту череду публикаций. Как изменил Playboy мою жизнь? Вы знаете, я не могу сказать точно, потому что я же не могу сравнить ту жизнь без плейбоя. Ага. Но, с одной стороны, он мне дал бонусы, а с другой стороны... В рифму сказать, да? Но я не буду. Ну, вы меня понимаете, да? Слушай, ну, у тебя рідкісний талант отрубити гарний наст. Вот я серьезно тебе кажу, ну просто. Ну вот бонусы, это когда девушка с обложки Playboy, всегда есть какие-то привилегии, всегда это лицо, это какой-то статус, и всегда можно, если какая-то заминка или неудача, ну, с точки зрения пилотирования, сказать, ну я же модель Playboy, что вы тут меня хотели. А вторая сторона медали, это то, что думают, что если ты позируешь с голой грудью и в кружевных трусиках на камеру, то значит ты легкодоступная, можно к тебе, да, можно к тебе там подкатывать, предлагать всякие гадости, и я часто от этого страдала и очень много получала нехороших вещей от людей, от жен, моих коллег, от мужчин просто, и это, конечно, жесть. И мне, человеку, который очень сам по себе как это, sensitive, ну, чуттевый. Чуттевый, да, очень чувствительный, мне очень больно, и было тяжело это все переживать. Ну, это такая плата за успех и плата за красу, в принципе. Да, поэтому как бы кружевные трусики и голая грудь. Дарится дорого, обходится потом дорого, да. Так? Чи важко жити красуням? Це вічне питання, яке хвилює багатьох. Ви знаєте, я шучу один. Мы с другом переписываемся, он говорит, тяжело, наверное, жить красивой. Я говорю, да, тяжело жить красивой, когда в душе ты Санек. Это очень смешно. Ну, как бы,
Внешность обманчива, безусловно. Вот я еще была, когда в форме на 10 килограмм легче, да. И то есть, ну, смотрюсь вообще очень такой хрупкой, да. Но мой характер и вот сила духа, которую я закаляла на протяжении долгого времени, то есть я автоспортом занимаюсь уже больше 10 лет, и я все время ломилась, то есть я не шла вперед, я не пыталась вырасти над собой, я ломилась. И как бы когда я прошла вот все вот эти вот обучающие, так сказать, шаги, то есть я пришла к тому, что я уже культивировала такую силу духа, силу волі, де, ну, как би, мало рано. Але завдяки чому? От в найважчі хвилини, що ти собі говориш? Як ти себе налаштовуєш? Да у мене немає такого, що таке найважче. Найважче – це коли кришку гроба вдаряється земля, а все остальное – це діло, можна пережити діло життєйське. Це мелочі, це життя. І у мене, я вже можу сказати, що в житті, мабуть, було все. От, що можна представити, крім смерті, там вже в принципі, не важно. Ага, тобто все, нічого вже не боїшся? Нет, я боюсь, безусловно, нельзя не бояться. И жизнь меня еще, может быть, и научила бояться, потому что раньше я была еще более бесстрашной. То есть, вы знаете, как я считаю, что у каждого человека есть доля фарта какая-то, и вот он на протяжении времени заканчивается. Да. И вот как бы сейчас мне страшно, потому что мне кажется, что моя доля фарта уже немножко подошла к концу. Нет, мы тебе скажем, что нет, и даже взагалі были такие думки, потому что життя только начинается. Ты молода, гарна дівчина, я впевнена, что у тебя найяскравіші моменти ще попереду. Однозначно, ми ще будемо бачити афіши. Тушканова виграла чемпіонат світу. Оп! Так. А вона у нас була в ефірі. І поїхала на Дакар. І поїхала на Дакар. До речі, як тобі Дакар? Та я же не поїхала на Дакар. Ні, ну поїдеш? Я смотрела, плакала і очень хотела поїхати, смотрела за участием других ребят, моих коллег. Украину сейчас, к сожалению, никто не представляет. Гонка очень тяжелая, и это испытание. И я готовлюсь, и мы ищем партнеров и спонсоров. Нас, в принципе, никто не хочет поддерживать. Ни меня, ни нашу компанию «Автолайф», которая построила самую крутую машину в Украине, которая достойна ехать Дакар. Вот. И мы всячески упорно стараемся найти партнеров, спонсоров, чтобы нас поддержали, и наша страна в следующем году, видя меня в лице пилота и моего коллеги, представила нашу страну на международном соревновании в самом сложнейшем марафоне «Ралли Дакар». Вот. Слухай, моя как бы такая цель. Мы будем вболевать за тебя. Я единственное знаю, что хочу еще испытать. Но гонка у меня уже началась. То есть я уже как бы преодолеваю сложности для того, чтобы попасть на Дакар. Так, ми знаємо, ну, заздалегідь уже. Це реально жорсткий дуже спорт, реально. Я розумію, да, от я коли подивилася фільм «Форд проти Феррарі», я зрозуміла, наскільки це, ну, наскільки це жорсткий спорт, наскільки потрібно вміти у цьому всьому маніпулювати, ну, і взагалі виходити з будь-якої ситуації красиво. Хотів запитати, дивись, є 24 години Ліман гонка. Да. Хотіла б. Ну, это кольцо. Я ездила подобные гонки. Я ездила 25 часов спа. Это, в принципе, как Лиман во Франции, а спа – это Бельгия. И, в принципе, гонка не хуже, просто там класса автомобилей чуть-чуть ниже. То есть они помедленнее. И там самые сильные пилоты со всего мира. И наша команда ехала даже какое-то время первые. Но там было там три быстрых пилота и три пилота, которые финансируют. И, в общем, которые финансируют, эти пилоты поломали нашу машину. И мы там финишировали 10-е, грубо говоря. Но я вам хочу сказать, я провела три сессии по 2 часа нон-стоп по кольцу ты едешь, причем кольцо это не такое плоское, а кольцо вот такое и ночью, и утром, и как бы там на такие раскладушечки маленькие, на которых ты отдыхаешь. В принципе, я как бы после этого соревнования я еле долетела домой, я пропустила 3 самолета, наверное, потому что я засыпала везде, где меня положили, где я села, я засыпала. И вот положение рук вот так вот, в принципе, вот так. Ого. Вот просто настолько заклинило мышцы, все болело шея, что вот так вот и спала я везде, где только меня вот посади, я сидя сплю, положи, я лежа сплю.
очень фізично тяжело. Слухайте, ну я розумію, просто наскільки ми жінки можемо бути сильними, наскільки витривалими. У нас сьогодні в гостях була Інеса Тушканова, автогонщиця. Дуже багато краси та романтики, шарму у нас сьогодні в студії. Жарти, цікава інформація, яскраві гості. Усе це на «Правда тут лайв». Будете бачити, коли схочете, якщо підпишетесь на наш YouTube-канал. І за порукою оперативної інформації є дзвіночок. Не забудьте увімкнути. We'll be right back.